А вот заболеваемость острыми кишечными инфекциями на Ямале выросла. Об этом говорили сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. По словам руководителя городского отдела Роспотребнадзора Юрия Поличука, в минувшем году на Ямале зарегистрировано два групповых заболевания детей. В первом случае кишечной инфекцией заболели школьники после поездки в Великий Устюг на зимних каникулах. Их пришлось снять с поезда по дороге домой. Тогда пострадали 14 человек. Второй случай произошел в 6-й школе над Дымом. В январе минувшего года за одну неделю кишечную палочку подхватили около 50 учеников. В целом, по итогам года на Ямале зарегистрировано 6 тысяч заболевших острой кишечной инфекцией. Тенденция роста сохраняется и в текущем году. Не последнюю роль, по словам Юрия Поличука, играет нарушение санитарного законодательства на предприятиях общепита и неудовлетворительное состояние систем водоснабжения.